Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим о такой важной теме, как хранить свои коллекции картин, и чтобы не скушали ваши картины такие жучки, как каркома, или в народе говорят шашель. Вот если вот такая шашель заведется, она скушает все ваши любимые экспонаты. И причем для шашеля все равно, 200 лет картине, 10 лет картине или вообще 2 года картине, для них это все вкусняшки. Вот, к чему я это? Так вот, купил я картину, покупал в таком месте, очень темном, не очень-то заметном. А сегодня днем я разглядел, представляете, а ее всю покушал шашель. Ай, какая вкусная картинка. Для него это, наверное, деликатес, да? Вот, смотрите, какая рамка. И все скушано. Причем так скушано прям. Видно, кушал с аппетитом. Ну да ладно. Что нужно делать? В моем случае, так как уже шашеля покушала вот тут вот, даже сверху, я принял решение избавиться от этой рамки. Вот. А сам рисунок, вот само вытащить стекло и саму голову оставить и просто поменять рамку. Мне это будет дешевле. Но я хочу сказать, что нужно делать при таком жестком нападении вот этих вот ребят, гурманов. Если бы снаружи ребята-гурманы не скушали бы мою вот эту рамочку, я бы засунул эту рамку в морозильную камеру при минус 25 градусах где-то на недельку. И потом бы ее обработал специальной жидкостью. И тогда бы 100% я был уверен, что эту картину можно оставлять в коллекции возле других картин. Но так как она уже слишком побита, это мне дешевле поменять. Мне просто дешевле поменять саму рамку. Так что будьте осторожней и смотрите внимательно, чтобы шашель не завелась у вас между картин. Это такая гадость, которую выводить очень-очень сложно. Всем всего хорошего.